Из этого не выйдет там ничего, ничего нет. Хорошего. Поверить в это. Я не был бы так уверен. Ты хочешь сказать? Ему нельзя доверять.
Там ничего нет. Я разорву тебя на куски. Ну, наконец-то. Сколько тебя можно ждать? Минуточку. Ты же не торговец из города, верно? А где Бальтрам? Ты кто такой? Не знаю, почему это должно тебя касаться. Но если уж тебе так интересно, то меня зовут Скип. Тебе знакомо это имя? Как тебя зовут? Неужели ты никогда не слышал о Скипе? Ты что, вырос на необитаемом острове, приятель? Я один из самых опасных преступников Хариниса. Вместе со своими ребятами я наводил ужас на моряков, ходящих в этих водах. Да нет, ты должен был обо мне слышать. Ну, конечно. Теперь я вспоминаю. Правда? Ты действительно обо мне слышал? А я-то думал вернуться в город. Хорошо, что я этого не сделал. Меня бы сразу бросили за решетку.
Вальтрам, ты ждешь торговца? Догадливый паренек. Я же только что сам об этом сказал. Этот никчемный торговец всяким хламом, похоже, забыл про нашу встречу. Если бы я только мог до него добраться. Откуда ты приплыл? Ты хочешь знать, где наше убежище? С таким же успехом я могу сам пойти и сдаться ополчению. А если ты вдруг захочешь навестить нас, это все равно тебе не поможет. Остров Хренис довольно велик, и никто и никогда не попадет туда, куда добрались мы. Если, конечно, они не наймут корабль. Потом еще нужно будет пробраться через скалы, а там никто не пройдет, не зная секретного прохода. Дорогу знают только два человека. А ты не похож ни на одного из них.